выключи ты свой микрофон и хватит уже чихать. Так, Хилл уже рядом есть. Возьми про телефоны. Ну хватит уже рыгать, чехоточно больной. Да, кому-то лечиться не помешает. О, я прям как в воду глядел. Молодец. Не, ну точно, блин, какой-то боевой. Может, перестанешь не пошмыгать своим чем-то там, носом или чем? Там, походу, не русский будет. Так вон. Тогда еще смешнее. Жаль.
знали, что он не русский, так бы понял. О, блин, я забыла датчик поставить. Там где-то он, этот бункер. Походу рабочий. В районе операции высаживается противник. Следите за ним. Есть. А такой фигни раньше не было. Ну, я просто купила и шар, и бронь. А мы вообще куда бежим? Рядом. Возле вертушки. А какой именно? Ну, которая впереди. А была. Конечно, не трогайте, пожалуйста. Thank you.
раза быстрее. А? Чё, а? Это... Что за люди? Что, страшно, Кирочка, да? Да, я думала, тоже какой там враг. А это ты? Надо прорываться на север. На севере чисто, на севере чисто. Понял, отряд выходит. Хорошо. Уже метка не нужна? Чего? Ты что, попадал в золото? Что вы слышали для этого? Для этих денег? Ха-ха-ха, такого же не надо. Мам, смотри, с чем я бегаю. Наш БПЛА. Начинаю поиск. Я быстренько перебралась. Там их трое. Где? Где в этой фигне? Да где именно в этой фигне? В этой? Ну, круглая, которая возле тебя. Ты что, тупишь, что ли? А, ну так скажи, это тюрьма. Тюрьма или что это такое? А, вон бункер. И он открыт, кстати. А вот это круглой большой штуки. Не, мы да, не знаем. Давай зайдем, посмотрим. Возле такой круглой фигни на конце карты тоже открытый стоит. Где-то тут. Вот
денежки скинешь. Не, мы уже там были. А идем туда, куда я метку поставила. Ну, это интересно. Прикольно. А у меня просто тык-тык. Ты что думаешь, ты один такой? Вы надоели со своей броней. Да ничего, поменяешь мне. Так а что делаем? Может еще пособираем? Деньги собирать. Мы идем туда. Поехали прямо. Иди и захвати деньги. Какая честь! Я маму поздравляю. Есть. Хрен бы с ним. О-о-о. Тут вражина, вражина. Чем бы Татьяна тишилась, а бы не плакала.
Юля, пополни запас броников. А, это из-за меня. Нет, да. Еще одна минута. А, ну до конца раунда, короче, на меня охотятся будут. А где кто вообще? А то вижу только по пути папу. Yeah.